Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Следующая реакция на стресс – это слезы. Слезы раздражают кожу. Когда это происходит слишком часто, не избежать раздражения в зоне вокруг глаз. Кроме того, постоянное раздражение, постоянное нарушение защитного барьера кожи в этой зоне вызывает появление морщин, тонких линий, дряблость кожи. Кроме того, человек может при этом напрягать еще мимические мышцы, хмуриться, щуриться, и это усугубляет процесс. Также может возникать отечность, может возникать какое-то воспаление, поэтому мы должны стремиться по возможности эту зону очень мягко очищать, использовать какие-то восстанавливающие средства, средства с антиоксидантами, средства, которые повышают регенераторную способность кожи, то есть это липиды. Эпидермальный, да, мы можем какие-то масла использовать, можем использовать средства, которые содержат компоненты натурального увлажняющего фактора, иммуномодуляторы, бета-глюкан или, допустим, проипребиотики в составе. И таким образом просто пытаться восстанавливать кожу, которая постоянно повреждается. Здесь как раз можно сделать акцент на какие-то мягкие восстанавливающие средства для зоны вокруг глаз и обязательно мягкие средства, которыми мы очищаем эту зону. Следующее проявление стресса – это приверженность людей к каким-то вредным привычкам, которые снимают вот это ощущение стресса. Как в детстве некоторые малыши, да, очень долго не могли отвыкнуть от соски, так, например, люди, которые курят или которые курили когда-то в состоянии стресса, хронического особенно, возвращаются к этой пагубной привычке, либо не прекращают ее. К сожалению, курение – это не только вред всему организму, никотин, понятно, что все знают, что он вредный, но тут еще такой момент эстетический возникает, когда человек курит сигарету, он напрягает мышцу круговую рта, и возникают так называемые кисетные морщины в области круговой мышцы рта. Что делать? Расслаблять специальными, возможно, массажными какими-то техниками. Не буду подробно об этом говорить, видео с массажами лица достаточно в сети. Можно использовать те же самые пептиды-мирелаксанты, например, в этой зоне, а не только в зоне верхней трети лица, где они, как правило, используются. Можно использовать средства уходовые, которые будут восстанавливать кожу в этой зоне, да. Кроме того, конечно, для курящих людей есть даже такой термин — синдром кожи курильщика, тусклая зеленоватая кожа с нарушением микроциркуляции. Конечно, хороши те ингредиенты в составе уходовых средств, где есть вазопротекторы, ниацинамид, какие-то экстракты конского каштана, листьев красной винограда, троксирутин, то есть это те компоненты, которые улучшают кровоток, то есть они возвращают коже более свежий живой цвет за счет того, что улучшает микроциркуляцию в тех зонах, где она нарушена. Такие средства есть в виде сывороток, в виде каких-то, допустим, кремов, эмульсий, которые содержат эти компоненты. И нужно обращать внимание как раз в составе на такие компоненты.